Владимирское профтехучилище Кустанайской области. 730 учащихся получают здесь специальности поваров и механизаторов широкого профиля. Путь к профессии через эти учебные кабинеты, мастерские. Конкурс на лучшую сервировку стола – обязательный элемент учебного процесса. Пример знаменитой Камшат Дуненбаевой оказался заразительным для Жебек Джусуповой и ее подруг. Более 2000 механизаторов воспитал за 20 лет Жакан Сарсенович Абдрахманов, отличник профтехобразования республики. В лаборатории комбайнов обучает своих питомцев первоцилинник Василий Дмитриевич Баранов. Училище оснащено современной техникой. Здесь новейшие тракторы и комбайны самых разных марок. На учебном полигоне будущие земледельцы осваивают секреты мастерства.